познает со мной, слушай его, он я в скорби. Избавлю и прославлю его, дам затойнее насыщу его, явлю ему спасение молем. Возложу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст мне поколебаться ноги твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнца не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое, ухождение твое, ну и воле. Слава Иисусу и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвы Бога на святые угодники Божии, Игнатий, Николай, Сергей, Владимир, Игорь, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обратно Мария, Господь с тобою, благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила из Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же горящего Христа Господень, остави грешу повающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу на сопротивление даруй, Твое сохранение, Христом Твоим жителем Своим. Спаси, Господи, помимо Отца Моего Духовного, Родителя Твоего, Александра, священная Ирия, Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Михаила, Глеба, Марина, Кирилла, Гроса, Владимира, Василия, Андрея, Диакона, Евгения, Александра, Андрея, епископа Максима, патриарха Кирилла, Венедикта, Корнилия, Александра, и пастырь, крестсвященнический, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, мусульманам, буддистам. Слава Тебе, Господи, за сию мощь, покой и мирное время. Продливо еще да многие познают Тебя. Смири власти воинств Твоих. И наведи страх Твой на них, дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих и Господь господствующий. Обрати Владимира, Дмитрия, Барака, Александра, Владимира, Сергея, Александра. Слава Тебе, Владыка, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты. И для всего даруй нам добрых помощников, наставников и советников. Да будет благоуспешен труд наш и сие путешествие. Помоги окончить его благополучие. Создай нам безопасность на дороге. Расположи сердца начальствующих и соблюдающих порядок. Благословение Твое да пребудет на нас зримо. Услыши молитвы наши. Лики. И прими. Сохрани селение наше и здесь наш. От пожара воров нечистой силы. Трудящийся на небе Твоей. Ты имена все знаешь, Господи. Благослови.